деревьев. Внизу дальние деревья приобретают еще большую контрастность, и мы сразу видим, что они расположены дальше от нас. Сейчас каждая деталь оживляет и обогащает наш пейзаж. Осторожно, при помощи ярко-зеленых красок, делаем переход от цветовой части травы к глубокой тени. Падающая тень на траву значительно холоднее, чем листва в тени. Она отражает холодное синеву небо. Кое-где мы пропускаем солнечные блики на траве.